Заведующая детским садом Ирина Шабаршина за 3 года с момента открытия образовательного учреждения выиграла несколько грантов на игрушки и спортинвентарь. Районные власти ее работу оценили, но в сентябре на экстренно организованном совещании всех предупредили, что до 1 января 2018 года пройдет реорганизация, и детский сад «Василек» станет структурным подразделением местной школы. Меня интересует мое учреждение, наш юридический статус, возможность, будучи в юрлице, отстаивать свои права и по ремонтам, и по игровому оборудованию. Ну, понимаете, да? То есть, если ты хозяин, то ты хозяин. Начиная с 2009 года в Чусовском районе прошло слияние 5 детских садов со школами. В основном это деревенские сады, которые насчитывали не более 15 малышей. Став структурными подразделениями школ, дошкольные учреждения лишились своих расчетных счетов, а заведующие – должностей. Получается, что преследуются экономические цели, да, то есть какая-то экономия, выгода соединяет в основном малокомплектные детские сады и школы. Либо сады, находящиеся там, в бедствующем положении, да, старые сады, возможно. И мы ни под один критерий себя подвести не можем. То есть мы новые, мы работаем 3 года, у нас новая база, большие площади, у нас укомплектован коллектив. Детский сад поселка Верхнечусовские городки другой. Он, можно сказать, только что построен и сдан в эксплуатацию. Здесь 80 детей и 18 сотрудников. По мнению районных руководителей, объединение способствовало бы созданию единого образовательного пространства с единым коллективом. Это оформляется только документально. То есть педагогические сотрудники детского сада становятся сотрудниками вот этого образовательного учреждения Верхнегородковской средней общеобразовательной школы. При этом они работают в структурном подразделении «Детский сад». Никаких потерь педагогического коллектива и сокращений не предполагается. Совсем иначе думает завхоз детского сада Татьяна Баранова. Ее сократят в первую очередь. В школе есть свой завхоз, поэтому Татьяна лишняя. Это место в детском саду женщина ждала несколько лет. Работала на хлебозаводе. Получала в месяц 7000 рублей. Сейчас 15. Одна воспитывает сына. Поэтому своей работой Татьяна Владимировна дорожит. Я боюсь вот этой реорганизации, что я попадаю под сокращение в первую очередь. И боюсь потерять работу эту. Территория сада «Василек» – это площадь в 4000 квадратных метров собственной котельной. Многие воспитатели с высшим образованием. Родители воспитанников детского сада боятся, что сократят логопеда с психологом, ведь в школе есть свои специалисты. Мы думаем, что это будет хуже. И в плане того, что, может быть, объединят, например, столовые, ту и другую. Это абсолютно разное питание. Что, может быть, будет у нас единый психолог, например, там, ну, какие-то специалисты, которые будут и там, и там. А все-таки это разные категории. Это объем работы большой, и успевать просто они не будут. До этого мы жили в Перми и ходили в пермский садик. Если сравнивать наш садик с пермским садиком, то данный садик даже намного лучше. Он гораздо более оснащенный. То есть и игрушки, и спортивный зал, и педагоги, все гораздо лучше. Мы верим в лучшее. Уважаемые надеемся. Родители, давайте верить в лучшее. Давайте верить в то, что наш замечательный детский сад не присоединят к школе. Здание школы, к которой хотят присоединить детский сад, старое. Ему 50 лет. Капитально не ремонтировалось. Селяне обеспокоены, что сначала на бумаге школа и сад станут единым пространством, а потом и самих дошколят переведут в пристрой учебного заведения. 10 лет назад такая мысль уже озвучивалась. Кстати, руководство Верхнегородковской средней школы не в восторге от возможного объединения. 80 детей, присоединить к школе в 200 детей, это, наверное, достаточно много. И я, как управленец, понимаю, что вот все тяготы-то лягут на мои плечи. То есть здесь нужно вообще настолько быть мобильным, настолько быть хорошим управленцем, чтобы удержать в руках 2 учреждения. Это непросто. Оптимизация предполагает экономию средств, но расчеты не проводились. Мало того, Министерство образования Пермского края не заявляло о массовой реорганизации. Министерство всего лишь рекомендовало муниципалитетам принять решение на местах только после обсуждения идеи с общественностью. С людьми никто ничего не обсуждал. Районные власти изначально были уверены в своей правоте. Цель у нас одна, чтобы улучшить качество.
качество образования, в том числе и дошкольного. И мы понимаем все, педагоги, что истоки этих проблем обычно всегда лежат в дошкольном детстве. Так вот, как этот процесс дошкольного образования улучшить, может быть, что-то обратить внимание на его содержание? Вот это одна из основных задач реорганизации. Жители поселка Верхнечусовские городки не верят в положительный исход оптимизации детского сада. Яркий пример тому – местная больница. 2 года назад после реорганизации она стала филиалом больницы города Чусового. Власти обещали оставить все без изменений. Но сократили сначала некоторых сотрудников, а теперь под сокращение попали единственные 5 коек круглосуточного стационара. Вот результат реорганизации. Бюджетная структура «Детский сад» идет под сокращение, под реорганизацию, пересоединяют к школе. Поэтому поселок наш погибнет, что мы потеряем рабочие места. У нас нет в поселке работы. Поселок Верхнечусовские городки большой. Здесь проживают около 2000 человек. В 18 веке это были земли промышленников Строгановых. Отсюда Ермак отправился покорять Сибирь. В начале 20 века в Верхнечусовских городках открыли первые на Урале месторождения нефти. Верхнегородковцы хотят сохранить свой населенный пункт. А для этого надо, чтобы были работа, жилье и дети. В поселке должен был состояться сход жителей. Один из вопросов касался реорганизации. За несколько дней до схода эта тема была снята с повестки дня. Глава района пообещал, что никакой реорганизации не будет. Вопрос в другом. Можно ли этому верить? Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, студия ФМ-Видео, специально для программы «Большая страна».